Настоящим символом города признана мечеть Масджид-Салат или мечеть Малакского пролива. Она построена на берегу Палау-Мелака, это искусственный остров, соединенный с материком 30-метровым мостом. Фактически мечеть стоит на сваях, вбитых в морское дно, и чтобы попасть в нее, нужно пройти по небольшому мосту. Во время прилива, когда уровень воды поднимается, кажется, что огромный дворец с четырьмя башнями по углам и золотым куполом статно держится на воде. Нечто похожее можно наблюдать и в мечети Танджунг Бунтанг на острове Пенанг. Идея строительства плавучей мечети принадлежит бывшему главному министру штата Мохт Али Рустаму, а родилась она во время посещения им Джидды, где к берегу Красного моря пришвартована красивая мечеть Ар-Рахма. Строительство молитвенного дома продолжалось около 4 лет и был официально открыт в ноябре 2006 года тогдашним королем Малайзии Туангту Саедом Сираджуддином. Внешне Масджид Салат больше напоминает мечети стран Персидского залива, но отдельные элементы, как например пирамидальные крыши башен, подчеркивают ее привязку к малайской архитектуре. Кроме того, в качестве строительных материалов использовалась древесина бамбука. 30-метровый минарет мечети стоит отдельно и помимо своего основного предназначения выполняет функцию маяка. Просторный молитвенный зал, накрытый единственным куполом, отличается скромным интерьером и покрашен, как видите, в белый цвет. В помещении мечети есть также образовательный центр и библиотека. Особо красиво мечеть выглядит в солнечную погоду или же в ночное время, когда она подсвечивается со всех сторон. А сейчас вашему вниманию Малакка Гейтвей. Это офшорная разработка искусственных островов Малакки. И предполагается, что по завершению всех работ Малакка Гейтвей привлечет еще 2,5 миллиона туристов в течение последующих 12 лет. Разработчиком является малазийская компания, но к этому проекту привлечены иностранные инвесторы, а именно из Сингапура, Италии, Кореи, Китая и США. Предполагается, что по завершению всей работы здесь будет несколько искусственных островов, на которых будет находиться вся туристическая инфраструктура, включая огромный порт, где могут пришвартоваться 4 огромных лайнера. Будет также отдельный порт для парусных лодок, огромный молл. Вот вы уже видите отель. На первом этаже это разные магазины,
а все остальные это фешенебельные номера. Здесь же будут все условия для того, чтобы человек, который приехал сюда отдыхать, никуда больше не уходил. Виды пока не очень, но ведутся работы. И вот внутри это уже завершенный проект. Вы видите, насколько все красиво и добротно сделано. А вот эта панорама открывается на канал, но я думаю, что когда проект будет завершен, то здесь будут минимум красивые пальмы. Вот вдалеке тоже огромный отель, и это часть проекта. А вот слева от завершенного проекта сейчас строится огромный молл, в котором будут полностью все удобства для туристов. Это как бы город в городе. И здесь по проекту будет находиться все, что нужно туристу для отдыха. Сейчас вы видите только половину этого проекта. Он еще на стадии строительства. И мне удалось зайти внутрь этого проекта. Да, стояли, конечно же, таблички «Вход воспрещен», но я рискнул, и мне удалось побывать внутри на первых этажах. Сейчас я вам покажу, как выглядит этот огромный проект внутри. Вот это фойе. Как только заходишь, очень много колонн. Они здесь для того, чтобы поддерживать всю эту махину. И уже есть завершенные элементы этого декора. А вот так будет выглядеть этот молл, когда все полностью завершится. Это грандиозно, конечно. Пока что первый этаж стоит без окон. Но в то же время эскалаторы уже полностью готовы к эксплуатации. Только забирайте все эти чехлы, нажимайте на кнопку, и эскалаторы заработали. Здесь этажей, наверное, 50-70, ну не знаю, очень много. А на этом плакате указано, из чего сделаны отдельные элементы и что на каждом этаже планируется разместить. Этим проектом занимаются полностью китайские фирмы. Какое хитрость сплетения уровней. Когда это все будет завершено, представляете, как оно будет выглядеть? Ну и куда же китайцам без лозунгов? Лозунг – это основа китайской строительной компании и всего Китая в целом. А это огромное фойе, которое, наверное, будет отделано мрамором или еще чем-то. Ну, думаю, будет все очень и очень красиво. Главное дождаться окончание этого проекта в 2032 году. А пока что одинокий флаг Малайзии. Перед ним еще табличка «Вход запрещен посторонним». И вот так на сегодняшний день выглядит этот проект. Но все еще впереди.